Друзья, всем привет! Срочная информация. Стреляли в первого помощника президента Шефира. Я хочу сейчас сразу с вами поделиться по горячим следам этой информации и мыслями по поводу нее. Итак, Сергей Шефир, партнер многолетний Зеленского, его первый помощник и кассир. Человек, который сидит у них там на кассе и занимается бизнес-вопросами и денежными вопросами. Правда, и это очень важный момент. Последнее время, последних пару месяцев, Андрей Ермак его отдавил от тела Зеленского, его влияние в офисе упало, его даже отправили, он теперь сидит в офисе не всю неделю, а так, там, набегами, несколько дней сидел там, несколько дней, значит, там, какими-то занимался другими делами. Еще на него повесили юг Украины в виде слуги народа, в общем, так, чуть-чуть его подальше с Киева, значит, сплавляли. Но все равно это очень близкий, как минимум, был для Зеленского человек и очень вовлеченный во все финансовые схемы действующей власти. Стреляли из кустов на въезде в Киев, в районе Лесников, в его машину из автомата Калашникова. Варианты симуляции, вы знаете, симулировать, что тебе там кто-то, ну, максимум по морде дал, а симулировать автоматной очередью из Калашникова по машине, где ты сидишь, я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Ранен водитель, причем достаточно серьезно. Одни говорят прям, что он там очень серьезно, другие говорят, что средней тяжести. Но в любом случае три ранения пулевых, это желаю здоровья и пусть все будут здоровы. В общем, в стране полный бардак, власть заигралась в эти кэши, потому что, чтобы раздавать 20-30-50 тут в Раде, представляете, этот поток кэша, миллионы долларов, которые через их руки проходят, этот кэш, значит, надо еще с кого-то получить. А потом этот кто-то может остаться недовольным. В общем, бандитизация страны полная. И в то время, когда у нас власть занимается преследованием оппозиции, провокациями против оппозиции, слежкой, вот что реально происходит в стране. Ну, такого мы, наверное, с вами не вспомним. Первый помощник президента, да, там в Лазаренко в 90-е стреляли. Ну, просто реальный бандитизм. Следим за развитием событий, друзья. Вы знаете, все эксклюзивно, из первых уст и самое срочное. Держим строй. Подписывайтесь на канал.